В Ленинском городском округе стартовала акция «Внимание, дети», которая проводится ежегодно в преддверии нового учебного года. По статистике, в это время резко возрастает число дорожно-транспортных происшествий с участием школьников. За каникулы они успевают отвыкнуть от потоков машин. С 16 августа по 12 сентября на территории муниципалитета сотрудники госавтоинспекции проведут несколько профилактических рейдов. Мероприятия будут проходить, значит, на территории Ленинского городского округа. Это маленький пассажир, большая ответственность, засветись. Ребенок-пассажир-пешеход и зебра. Особое внимание уделяется детским перевозкам. Все школьные автобусы обязательно проходят техническую диагностику, а с водителями проводится необходимый инструктаж. Первые учебные дни мы посетим учебное учреждение и, опять же, проведем занятия в классах, ну, будь то школы, либо в учебных группах, будь то детские сады, о правильном поведении на дорогах. Также стоит отметить, что 1 сентября сотрудники ГИБДД будут дежурить возле школ. При необходимости они помогут детям перейти дорогу и напомнят правила поведения на проезжей части не только юным участникам дорожного движения, но и их родителям.